законодательство действительно поменялось, с учетом ситуации, которая произошла. Мы участвовали в разработке данного законодательства административного, вносили свои предложения, они многие из них были учтены, в том числе и что касается привлечения лиц, которые участвуют в несанкционированном массовом мероприятии, к административной ответственности. Да, на сегодняшний день увеличены штрафные санкции до 150 базовых величин, это при повторном совершении правонарушения. Кроме этого, есть такая ответственность, как общественные работы и административный арест, который увеличен порог административного ареста при повторном совершении до 30 суток.